А чек-арт объект у вас особняк Брюлова, выставка «Объединение арт, горный воздух». Вот это она, собственно говоря, здесь везде. Основной ее темой являются горы, это коллективная выставка, но здесь не только горы. Вернее, здесь выставка, часть выставки связана с культурой кофе, с Килиманджаро. Вот тут у нас можно показать на кофейной гуще, значит. Ну, картина называется «Кофейный перформанс», это фотопечать. И там вот просто гора, где растет кофе в Африке, да. Горы такие более мирные есть, ну, такие попроще. Есть какие-то метафизические горы, чем-то похожи на рериховские, но здесь рядом был музей Рериха, кстати. И такие голубые, красивые горы, метафизические, но легкие и яркие горы. Очень интересно в этой выставке то, что ее можно смотреть вот таким зазеркальным способом, так сказать, из зеркала. Получается, как вот в этих горах человек пропадает, как Тибет, да, монах. Вот у нас тоже такие горы волшебные. Да, Рерих, я угадала, по мотивам Рериха, вернее, это маки всякие. Вот камин, ну камин это не часть экспозиции, он просто красивый. Вот такая синева волшебная, ну такая более монохромная часть. Очень рамка такая коррелирует с горами. И горы читают на эту утрезающую мантию. Русская настоящая. Вот это вроде как серия, как мне так автор говорил. А здесь они просто красиво текут. Горы — это такое образование земли, да. И, как говорится, попадая в летящую тень, путеводный знак, да, луна отражается возле гор в воде. А лучше горы могут быть только горы, на которых ты не бывал. Да, это такая банальная цитата из Высоцкого. В общем, давайте пойдем в горы, в Брюлова особняк. Thank you.